Они поют простыми словами песни Святой Руси, сохранившей православную веру. Таков лейтмотив международного форума, на который съехались ученые, богословы и общественные деятели из разных стран. Сегодня мы должны быть едиными, как никогда. Сохранить цельность нации, наше духовное наследие, культурное, историческое. В Самару приехал постоянный член Священного Синода, митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий. Он высоко оценил систему детских епархиальных образовательных центров. Когда князь Владимир начал строить храмы православные, то он одновременно строил и их школы, чтобы дать образование и духовное, и светское. И вот здесь как раз мы видим вот такой очень хороший пример для, может быть, для всей России, чтобы при храмах, при церкви, при епархии были образовательные центры. На Западе, вы представляете, на нас смотрят, как на спасителей. Спасителей мира. Мы этого недооцениваем. Традиционные отношения в семье, в стране, между людьми, выступающие за сохранение ценностей, которые были свойственны человечеству тысячу лет. Во время работы форума вручены награды Русской Православной Церкви. Журналист телеканала «Самара ГИС» Олег Зверев награжден серебряным знаком Святого Алексия. Более 20 лет Олег занимается подготовкой материалов духовно-нравственного содержания на телевидении. Причем сотрудничает не только с Православной Церковью, но и с другими традиционными конфессиями. Марина Кравцова, Артем Сулайманов. События.